Из забега за мир сторонники здорового образа жизни начали утро субботы в 10 городах Украины, в том числе в прифронтовых Мариуполе, Краматорске и Северодонецке. Мероприятие организовали беговое движение Run Day и программа развития Организации Объединенных Наций. В Киеве проводила разминку и давала советы начинающим бегунам олимпийская чемпионка Украины Наталья Добрынская. К советам спортсменки прислушались и наши корреспонденты. Для сотни бегунов утро на Трухановом острове началось с разминки с олимпийской чемпионкой Украины. Я очень рада, что столько людей начинают бегать. Весь мир бегает. Париж, Нью-Йорк. Все люди выходят на утреннюю пробежку, и это здорово. И наши люди также становятся частью этой культуры. Я бы хотела посоветовать начинающим бегунам, во-первых, ознакомиться с техникой бега, чтобы не болели колени. Во-вторых, делайте разминку. И тогда вы будете счастливы, ведь бег забирает весь негатив и дает только позитивные эмоции. Мы пришли поддержать всех, тех, кто бежит, и тех, кто организовывал. У нас бежит мой парень. Сначала думали участвовать все, но решили, что собаке будет очень жарко. Первым на Трухановом острове финишировал Вячеслав. Пробежал за 19:40. Интересно, когда компания, интересно, когда все-таки есть нацеленные, так сказать, 5 километров, которые надо пробежать, даже если лень бежать тренировку. Большое количество людей бегут для того, чтобы напомнить всем нам о важности мира, правосудия и равенства. И это именно те две цели устойчивого развития, ради которых мы бежим сегодня. И именно бег, именно спорт, именно ощущение удовлетворения и победы от преодоления этой дистанции, наверное, позволит всем получить это удовольствие. Среди бегунов семья из Ливерпуля. Британцы прилетели в Киев на финал Лиги чемпионов болеть за родную команду. Мы бегаем дома, в Англии, в парке, по воскресеньям. Мы нашли в Киеве забег и решили присоединиться. В Украине нам понравилось, что здесь дешево и люди очень приветливы. Будем болеть за Ливерпуль. Каждый участник забега получил памятную медаль «За мир и справедливость». Людмила Кушнир, Петр Галка, UATV.